Всем привет! С вами Арсений, интернет-магазин КПМП и обзор нашего нового товара – газовая горелка от компании «Новая Земля» NB450. Данная газовая горелка устанавливается на российские баллоны газовые. В данном случае у нас 5-литровый газовый баллон. Также можно устанавливать будет на 12-литровый, 27-литровый и 50-литровый газовые баллоны, которые вы также можете приобрести у нас. Газовая горелка идет в удобном чехле. В боковом кармашке у нас тут идет ремнабор для данной горелки, то есть тут прокладки, новые форсунки и ключик, который вам поможет установить данную горелку. В комплектации с горелкой также идет шланг переходник для установки на газовый баллон. Сама горелка и кронштейн для установки на российский газовый баллон, который просто устанавливаем, закручиваем фиксирующий болт и все. Данная модель NB450 у нас идет без пьезопожига. Есть аналогичная модель, называется NBP, у которой маркировка P означает, что на ней есть пьезопожиг. Мощность данной горелки 4,5 кВт. Есть такие же горелки с мощностью 2,5 кВт. Модель называется NB-P250 соответственно. У газовой горелки есть регулировка мощности горелки. То есть вы всегда можете отрегулировать ту мощность, которая вам нужна. Для того, чтобы подключить эту горелку к баллону, понадобится вот этот шланг. Откручиваем заглушку с газового баллона. Помним, что резьба на данных баллонах у нас идет левосторонняя. Прикручиваем шланг. Ключик у нас подходит под эту гайку, как раз затягиваем. После чего откручиваем на шланге гайку. Вставляем шланг специальное отверстие и при помощи того же ключика затягиваем гайку, после чего устанавливаем уже горелку на кронштейн. Вот, в принципе, наверное, и все. Дополнительных прокладок устанавливать не нужно, потому что все уже на месте в комплекте. Горелку можно переносить вместе с баллоном. Очень удобно, очень практично и достаточно компактно. Вот. Не нужно никаких столиков для плиток дополнительных с собой таскать. Все можно носить и переносить в чехольчике и с баллончиком. Баллоны российского производства заправляются на автомобильных газовых заправках или на специализированных заправках для заправки баллонов. Думаю, с этим проблем ни у кого не возникнет. Что про эту горелку можно еще сказать? Выполнена она полностью из стали, вес у нее 1 кг 250 грамм. Расход, кстати, у горелки при максимальной мощности 4,5 кВт порядка 300 грамм в час. Размер у нас получается 250 на 250 и высота у нее порядка 12-13 сантиметров. Получается уже в упакованном виде. Регулируемся здесь. Разбирается горелка, в принципе, в обратной последовательности. Дождитесь только, пока она остынет. Вот. После чего откручиваем саму горелку. Да, извините, не показали, как она работает, так как газовый баллон у нас не заправленный. Подается он не заправленный. Вот. Открываем. Откручиваем гайку. Это откручиваем шланг. Вот. Чтобы гайка у вас не потерялась, не забудьте ее прикрутить на место. Вот. И откручиваем кронштейн.
Для транспортировки баллона газового не забудьте закрутить заглушку обратно во избежание неприятных случаев. Интернет-магазин Tocamp. Меня зовут Арсений. Обзор, видеообзор газовой горелки МБ-450. Рекомендуем.